быстренько свой номер. Я сейчас нахожусь в отеле, который называется «Город-отель», и он находится прямо в здании вокзала. Отмечу, что я выбрала именно такой вариант, потому что завтра с этого вокзала я на Сапсане поеду домой в Петербург. Особо не буду концентрировать ваше внимание на деталях, но в целом довольно аккуратненько, без излишек каких-либо. Есть телевизор даже, в том числе, здесь я. Вот, зеркало напротив кровати. И, в общем-то, ванная комната. Ничего особенного я не заметила. Единственное, что не очень люблю, что вот такое вот мыло во время коронавируса, просто маленький-маленький кусочек, не жидкое мыло, в общем, не знаю, это на любителя. Советский набор туриста. Гель для душа, шампунь. Что еще нужно для счастья? Самое главное, друзья мои, что мне особенно нравится в этом номере, это вид из окна. Готовьтесь, сейчас будет что-то очень красивое. О, да. Лучше, чем видно Эйфелеву башню. Доброе утро, друзья! У меня сегодня утро начинается не в Праге, я сегодня проснулась в Москве. И мое необычное путешествие началось еще вчера, когда я вылетела из Праги как раз-таки в Москву. И необычно оно просто потому, что обычно, если бы не было всей этой ситуации с вирусом, то я бы просто поехала в Петербург, в тот город, где я живу. Сейчас мы с вами пойдем погуляем по городу. Это уже утро следующего дня. Вчера, честно говоря, у меня вообще не было сил ничего вам записывать. И, возможно, чуть-чуть попозже в этом видео вы узнаете почему, потому что это было какое-то сумасшествие для меня. Но так или иначе, сегодня уже другой день. Я надеюсь, он будет более хороший, во всяком случае. И мы сейчас с вами поедем, посмотрим, что вообще... Как выглядит Москва предновогодняя? Насколько я знаю, красиво, но все ли это? Все ли это правда? Вот, так что начнем наше с вами утро именно так. И я немного сонная, потому что в гостинице нету кофе, и мне очень сильно хочется спать. Но тем не менее пойдем в путь и взбодримся на улице, так как там идет снежок. Вот, беру вас с собой и желаю вам хорошего просмотра. В общем, в Москве полная зима, как можете видеть, я в маске, в специальном респираторе. Я, если честно, не планирую его снимать вообще нигде здесь. Хорошо, что сейчас не так много людей, поэтому заглянем с вами на Красную площадь. Смотрите, какой снежок. Я такого уже давно не видела, и сейчас тоже идет снег, кстати. Надеюсь, я не намокну. Маска моя тоже не намокнет. Здесь установлены какие-то домики. Я так предполагаю, может, это какая-то мини-ярмарка. Но пока что не работает. Там красивый вид, кстати, не знаю, насколько видно, но идет снежок. Как вы можете видеть, в Москве начался настоящий снегопад. На самом деле, мне очень повезло, что я приехала днем ранее, потому что потом, насколько я знаю, некоторые рейсы даже отменяли, и один самолет уехал немножечко дальше, чем взлетная полоса, что тоже, конечно, не очень хорошо. Но такая погода не помешала мне наслаждаться новогодними украшениями в Москве, и, как мне кажется, даже наоборот, немножечко больше подняло новогоднее настроение.
конечно же, мне очень понравились украшения Москвы, но самое, что я могу выделить, это, конечно же, ГУМ и идею, которую они вложили в украшения в этом году. Но об этом чуточку позже, а пока что наслаждайтесь видами Москвы. Как я уже и сказала ранее, особенно мне понравилось, как украшен ГУМ. И, конечно, мне понравилась идея, которую авторы вложили в этом. Как утверждают создатели всей этой красоты, линии ГУМа превратились в сверкающий новогодний лес. И каждую двухметровую елочку компания-участник выставили и украсили самостоятельно. Каждая была очень красивой, яркой и совершенно не похожей на другую, поэтому ты просто ходишь буквально в галерее и разглядываешь каждую из них. Итак, друзья, в общем-то, как я вам и обещала ранее в видео, я немножечко вам расскажу, что же вчера произошло и почему я вчера была не в состоянии снимать какие-либо видео. На самом деле ничего такого глобального не случилось, но так как я прилетаю в Москву, а Москва довольно большой город, на меня, грубо говоря, свалилось все и сразу, от чего я, честно говоря, отвыкла, будучи в Праге. Начнем с того, что все-таки, если мы говорим про текущую ситуацию в мире, то, конечно, в зависимости от страны, везде разные меры и так далее. Но что касается России, то получилось так, что когда я прилетела в Москву, у меня просто началась какая-то паника от огромнейшего просто количества людей вокруг. И, помимо прочего, все люди в основном пытались как-то слишком близко ко мне подойти, как мне показалось, то есть отчасти иногда были даже такие ситуации, когда люди не просто нарушали какие-то карантинные дистанции, но и дистанции личного пространства, как мне показалось. И есть также люди, которые вообще не носят маски в общественном транспорте, что, конечно, для меня после Праги кажется немножечко странным, потому что там даже как-то, мне кажется, все люди просто на тебя косо посмотрят, если ты не будешь в маске.
Ну, в общем, так или иначе, из-за этого всего я как-то немножечко почувствовала себя неуютно и некомфортно, и с этого, в общем-то, и началось мое приключение по Москве. Далее, насколько вы знаете, сейчас при прилете из другой страны вам нужно проходить пункт Роспотребнадзора. На самом деле это выглядит абсолютно не как какой-то пункт, это просто несколько столов, где сидят люди, ответственные за это, и проверяют ваши анкеты, которые вам дают в самолете, что вы прилетаете из такой-то, такой-то страны. Или вы можете заполнять на портале госуслуги такую же точно анкету, и у вас тогда появляется определенный QR-код, который вы точно так же показываете работникам Роспотребнадзора, и вас просто записывают как в книгу учета, не знаю, честно говоря. И дело в том, что я не ожидала, что это будет так неорганизованно тоже выглядеть, потому что я думала, что это будет что-то более серьезное, а на деле оказалось, что просто огромная какая-то толпа людей, которая потом каким-то образом пыталась сформироваться в очередь, все люди лезли просто в наглую и пытались побыстрее пройти, и на самом деле было огромное количество прилетов, видимо, из-за того, что это было предновогоднее время, поэтому, честно говоря, просто была какая-то нервотрепка в этом плане. И я, если честно, думала, что Роспотребнадзор — это что-то более серьезная какая-то статистика людей, которые приезжают, но по факту меня спросили просто, откуда я прилетела, номер рейса, насколько я помню, и пункт конечного назначения, куда я еду потом. Но никто не уточнял, есть ли у меня тест, никто не уточнял, в какой гостинице я буду останавливаться и так далее. То есть, с одной стороны, вроде бы это логично, такой учет невозможно, наверное, вести такой подробный, но, честно говоря, вот так вот просто представить, насколько в Москве много таких прилетающих людей, ну, в общем, немножечко становится не по себе как-то. Но это, наверное, я опять-таки немножечко с таким гротеском как-то для себя подумала, потому что просто после маленькой уютной Праги кажется, что все такое огромное, страшное и большое, и, наверное, поэтому у меня случилась такая небольшая паника на всей этой теме. Также, конечно, уже дальше случились просто все проблемы, которые только могли случиться, начиная от багажа, который почему-то пришел позже всех, что я даже обращалась на стойку потерянного багажа, но потом этот багаж сам каким-то образом появился. Также у меня по каким-то непонятным для меня причинам возникла проблема с моей российской сим-карточкой, потом в дальнейшем проблема возникла и не только с сим-карточкой, но и с банковской карточкой. Это уже как-то в основном, наверное, естественно, моя вина и моя проблема, но в целом, в общем-то, у меня сложилось такое впечатление какой-то суматохи, все непонятное, огромное количество людей, все куда-то бегают, и, в общем, честно, просто приехать в такой огромный мегаполис после тихого сидения дома и прогулок по мирной Праге как-то немножечко сразу такой контраст. Дальше я решила добираться до своей гостиницы с помощью Аэроэкспресса. Это специальный такой скоростной поезд из аэропорта. И мне в целом понравился Аэроэкспресс. Я думаю, что вы уже видели кадры, но я на всякий случай еще раз прикреплю. Аэроэкспресс был действительно очень удобным. Но опять-таки здесь возникла проблема с тем, что нигде абсолютно не объявляются остановки. То есть я просто следила по карте, где я вообще еду. Было уже довольно темно. И я не знаю почему, но мне кажется, если бы в поезде объявляли станции, было бы намного удобнее. Также, помимо Аэроэкспресса, мне показалось, что метро, конечно же, так как это большой город, слишком большое и не очень удобное для людей, у кого есть чемодан или какие-то вещи с собой. И зачастую, допустим, если мы говорим про лестницы какие-то в метро или на вокзалах, то очень редко где есть специальные пандусы, либо что-то такое, что тебе могло как бы хотя бы немножечко помочь с вещами. Это, конечно, огромный минус, но мне кажется, это минус не только в Москве. В целом, я думаю, что в Петербурге тоже есть такая ситуация, мне кажется, во многих городах России тоже. Также еще от себя просто хочу заметить, так как я писала у себя в Инстаграме, что я, наверное, не хотела бы жить в Москве по итогу. Да, мне кажется, что Москва лично для меня слишком большой город,
И мне намного более комфортно, если я нахожусь в Петербурге или в Праге. Наверное, Москва не совсем мой город, хотя, безусловно, это очень-очень хороший город, и, безусловно, я думаю, что нужно его не один раз посетить. И вот мне, наконец-таки, удалось быть в Москве в зимнее время, в новогодний период. И действительно, мне очень понравились все украшения, которые есть в Москве. Это что-то очень такое грандиозное, как мне кажется. Но особенно, наверное, я бы выделила украшения внутри ГУМа. В этом году там была очень интересная тематика всех этих украшений. Поэтому в целом я осталась довольна тем, как выглядит Москва перед Новым годом. Очень красиво все смотрится. Особенно, когда я пересматриваю фотографии, которые мне удалось сделать, и видео. Тогда кажется, что наоборот, все выглядит просто сказочно. Но когда я гуляла по городу, конечно, были немножечко другие впечатления. Я думаю, что просто все вместе как-то наслаивалось, все трудности, которые попались на моем пути, и плюс что-то приятное, красивое. В общем, сейчас я понимаю, что да, действительно, Москва очень-очень красиво украшена к Новому году, поэтому если вдруг у вас будет когда-либо возможность посетить этот город на Новый год, то, безусловно, посещайте, там очень-очень красиво. В общем-то, какие-то такие у меня были мысли, я решила специально не записывать сразу же видео, как я приехала, решила, что пускай мое мнение немножечко устаканится, потому что, если честно, в первый и во второй день я была очень расстроена тем, что происходит в Москве. Но сейчас, уже немножечко придя в себя, я понимаю, что в целом все было более-менее неплохо. Да, есть какие-то минусы, есть какие-то проблемы, но они скорее просто как какие-то различия с другой стороной, откуда я прилетела. И, видимо, надо просто привыкнуть и адаптироваться было к этому. Вот, так что спасибо большое, что выслушали мой такой небольшой монолог. Надеюсь, что я вас не особо загрузила, и давайте продолжим это видео. Для меня Новый год и Рождество – это семейный праздник, поэтому я постаралась приехать в Санкт-Петербург для того, чтобы вместе со своей семьей встретить праздники. Мне очень повезло, что на улице была такая классная рождественская новогодняя погода, шел снег, и его выпало довольно много. Это придавало особенную атмосферу, поэтому я очень рада, что я смогла прогуляться вот по такому зимнему лесу. Это смотрится, конечно, просто максимально волшебно. Поэтому я очень рада, что смогла выбраться на праздники домой.
Смотрите, пошел снежок. И сразу дети все пошли кататься на ватрушках. Сколько людей, вообще очень много. Дорогие друзья, на фоне такой красивой рождественской елочки я спешу поздравить вас с наступающим Новым годом и желаю вам исполнения всех ваших заветных желаний. Пускай в следующем году у нас появится снова эта прекрасная возможность путешествовать. Я вам обязательно ее желаю. И, конечно, я думаю, что этот год всем нам показал, что ни в коем случае нельзя откладывать наши мечты в долгий ящик. И обязательно, если у вас появляются какие-то мечты, я желаю, чтобы они поскорее исполнялись, и чтобы вы реализовывали все свои цели. Потому что потом может произойти вот так вот что-то, и все наши планы просто в одну секунду меняются. И, допустим, те же самые путешествия, если раньше мы могли сказать, ну, съездим в следующем году, то сейчас, конечно же, как вы можете видеть, ситуация очень в этом плане неблагоприятная, и все наши планы приходится откладывать куда-то на потом. Но я, конечно же, надеюсь, что в следующем 2021 году наши цели и мечты наконец-таки начнут сбываться, и вся ситуация в мире улучшится, мы снова сможем делать то, что мы хотим, и жить прежней жизнью. Поэтому я вам желаю еще, конечно же, здоровья и сил на все ваши желания, на все ваши свершения. И я также хотела бы очень поблагодарить всех своих зрителей, кто меня смотрит. Спасибо вам огромное за все ваши комментарии, ваши просмотры. Я надеюсь, что вам интересно вместе со мной путешествовать и проживать интересные моменты. Оставайтесь обязательно со мной, и в следующем году ждите еще больше интересных, классных видео. Так что на этой приятной ноте буду заканчивать. И желаю вам всего самого наилучшего еще раз. Хороших вам праздников и выходных. Всем пока-пока.